Какой вывод мы должны сделать из этого? Внезапно элементы, которые до этого давали линейную разделяющую поверхность, эти элементы дают нелинейную разделяющую поверхность. То есть вы можете вернуться немножко назад и увидеть, что внезапно мы разделили выборку, которая была до этого линейно неразделимой. Стоит отметить, что вместо 5 нейронов, как мы делали здесь, можно использовать всего 3. Придумайте, как это сделать.